Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Ну что же, мы с вами на 70-м дне. Я хочу, чтобы мы сегодня дошли до 80-го денечка. Ну, не знаю, получится или нет. Вначале нам нужно вот так сделать. Пускай их давит, всех этих упырей. Как ты видишь, у меня 94 миллиарда монет. Так что будем сейчас покупать кого-то. Так, вернем своих ребятулек с похода. Отлично, шикарно, превосходно. Ну и сразу же я их буду отправлять. Я всегда делаю так. Только их заберу, сразу же обратно отправляю в путь. Так, ну что, теперь самое время выйти на наших выживших и глянуть, кого мы можем с тобой приобрести. Ага. Ну что, приобретаем. Так, Тимми у меня есть, по-моему, да? Слушай, а у меня Тимми есть или нету? Это же Тимми, да? Я уже и не помню, Тимми это или нет. Да, по-моему, это Тимми. Нет, это тот. Погоди-ка, а у меня что, Тимми нету, что ли? Хорошо, друзья мои. Тогда покупаем с вами Саймона. Он не очень разговорчив, но мы знаем, что он с запада и прожил наедине. Он прожил наедине в своей квартире больше года. Он пытается снова обрести себя. Саймон — стрелок, использующий пулемет на передовой. Покупаем, друзья мои. Где он там стоит? О-о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 -
Честно говоря, я думал, тут будет бомбить, ну, безбожно, а он что-то две пульки выполнит и все. Так, ну это первый, кто у нас появился, это Саймон. И покупаем мы с вами также Шона. Кто такой Шон? Он убежден, что хорошее снаряжение – залог выживания. С этим сложно поспорить, так как он последний выживший из отряда, попавшего в засаду зомби. В бою он использует гранаты. Да? Тогда покупаем, друзья мои. И тоже он, смотри, с пулеметом. Ты видишь, чтобы он использовал гранаты? То есть это у него не пулемет, скорее всего, а гранатомет. Мне вот что кажется. Ну что же, вот такие вот два бойца у нас сегодня прибавились, на самом деле. Так что у нас тут еще какое-то достижение. Ну-ка, давай посмотрим. Сила в количестве. Окей, мы забрали с тобой. Так, и теперь мне интересно следующее. Неужели Тимми у меня нету? Тогда придется... У него два пулемета? То есть, типа, два УЗИ у него в руках. Может быть, мы за прохождение с тобой до 80-го дня получим 10 миллиардов. Ну что, друзья мои, выпускаем босса, да, наружу? Пускай выходит. Фи, что это за пугало огородное? Ладно, ребят, шутки в сторону, давай валить ее. О, раскарамсон полнейший идет. В хлам просто. Разорвали ее. Ну, где следующий там день-то у нас? Босс побежден, естественно. 71-й день, друзья мои. Бегут орлы, ханорики. Естественно, мы сейчас с ними будем разбираться. На всякий случай я выброшу сюда ракету, чтобы никто не мог пройти. Ракета их, ребята, привлекает, поэтому они как бы возле нее торчат и любуются ей. Может быть, она как бы издает приятный звук, типа... Зомби, подойди ко мне, мозги лежат именно здесь. Да. По законам жанра, друзья мои, ну, если вот так будем, да, честны, но ведь это нереально, чтобы зомби особенно вот так вот бегали. Потому что когда человек умирает, он коченеет, он превращается в поледа, понимаешь? Чтобы ему, например, ноги или руки, как тебе сказать, пошевелить или раздвинуть, да, предположим. Это у тебя не получится. А теперь представь, как этот зомби будет бегать. Я молчу про то, что ему ходить-то практически невозможно, а бегать. А второй стереотип. Почему зомби любят мозги? С какого, блин, перепуга они любят мозги? Почему не просто плоть? Почему именно мозги? Что это им дает? Объясни мне. Нет, я помню, конечно, фильм был этот «Зловещие мертвецы», или как он, я не помню. Когда они поймали зомби, да, и спрашивали, что, почему вы едите мозги. А это, они говорят, мы едим мозги, потому что это утоляет нашу боль. С другой стороны,
У зомби боль? Какая у тебя боль, а? Душевная? Откуда у тебя душа тогда спрашивается, да? Очень много спорных вопросов. Ладно, ребята, у нас тут босс с вами. Давайте-ка, наверное, вызывать, смотреть, что там за охламон. Опять этот кучерявый идет. Давай-ка мы его сейчас... Можно машиной даже его бомбануть, наверное, да? Ну, лучше вот так вот обычненько все-таки его расстрелять. И это очень неплохо получается у нас. Мы его подбили. Так, ну, где там следующий? Это у нас... Ага, 72-й день начинается. Еще 8 дней впереди. Как-то, честно говоря, лютовато. И насчет 10 миллиардов я, конечно, по ходу дела погорячился. Потому что, ну, сам видишь, да? Всего лишь только 6 мы сейчас накопим с тобой. Да и то с горем пополам накапливаем. Ну, да ничего не сделаешь. Если бы здесь, конечно, был бы какой-то скилл, бонус на, как сказать, на увеличение бабла. Вот я вижу, что зомби здесь что-то вообще что-то одурели, бегут, сломя голову. Конечно бы я бы лучше прокачивал именно его. Потому что тут деньги нужны. Тут все закручено вот вокруг этих монет. И как-то не крути. Давай ракетницу. Так, все мины установлены, это все понятно. Так, мои орлы там не собираются еще пока? Нет. Пока еще никуда не собираются. Но я тебе скажу одно. Вот с этими ребятами уже чувствуется, ну вот в данный момент, чувствуется прогресс, потому что они не проходят. Раньше они подходили до моих ворот и даже умудрялись их немножко покорежить. Здесь же они даже не успевают добежать. Хотя я тебе скажу одно. Я им помогаю здесь. Давай попробуем. Вот я не буду сейчас трогать. Посмотрим, смогут ли они пробежать. Слушай, по-моему, вот в данный момент шансов у них нету. Ты видишь, прекрасно. Никто не успевает добежать. Мы их там всех разносим. И это хорошо. Отлично, значит, есть у нас с тобой задел, да, на будущее. Давай-ка дальше вызываем босса. Это кто у нас тут? Медичка идет. С чем там она идет? Что у нее там в руках, эй? Барышня, что у тебя в руках? Ну-ка, не вздумай. Давай, ребята. Пумс, в хламину ее. Отлично. И это будет у нас с тобой 73-й день. Окей. Блин, еще 7 дней впереди. Что-то как-то побаиваюсь, если честно. Я немножко сомневаюсь, что мы здесь с тобой дальше пройдем. Ну а в другом случае, что мы теряем? Да ничего. Так, давай их тут в хлам разносить. Слушай, а сколько стоит прокачка, например, того же самого Саймона? О, 129 миллиардов. Вы вот сейчас не шутите? Дорис. То есть мне нужно Ваньку, Дориса. Ты, блин, откуда такие в этот... И я вот, честно говоря, я не верю, что кто-то мне писал, что он прошел за 5 дней эту игру. Это невозможно. С такими... Надо сидеть и... Да хоть ты тут сутками фарми. У тебя все равно не получится пройти ее. Это бред. Хоть ты тут кликером закликайся. Мне кажется, все равно не получится. Не знаю, может быть, у кого-то она не вылетает. У меня, ребята, она вылетает, если я 5 минут... не присутствую в игре, если я там мышку не холохну или еще что-нибудь. Игра вылетает. Она может вылететь даже на пустом месте. Просто взять и зависнуть. И когда ты заходишь в игру, у тебя уже миллиардов 5-10 не хватает. И приходится заново их набивать. Так, ну что, давай посмотрим очередного босса. Опять этот ханорик. Волосатое мурло. Давай мы его сейчас увольнем. А где у него полоска здоровья? Объясни-ка мне. А, тут я уже все... Заигрался, друзья мои. Полоска здоровья привыкшая над головой. Здесь вон она отдельно идет. Все, мы его в хлам разбомбили. Слушай, ну пока есть запас, я тебе скажу одно. Ну, чувствуется, что можно еще кого-нибудь вызвать. Но думаю, что на 80-й день будет полный трэш. Полный трэш. И хотелось бы, конечно же, добавить сюда каких-то новых зомбарей. Потому что тут кроме строителей, бегунов, медиков и вот этих вот девочек в красном платье, пока никого нету.
Так, ну-ка давай тачку вызовем, пускай она их там давит всех. Окей, предположим, так, сколько там еще? Ну, приличное количество времени. Мина стоит. Я могу, естественно, сюда вызвать сигналочку. Они будут все отвлекаться на нее, а в этот момент мои ребята тут будут их всех уничтожать. Вообще без каких-либо проблем. Сейчас дождемся 75-го дня и пойдем валить босса. Ну давай, 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 давай. О, разрывные пошли. Куда ты бежишь, глупец? Угу, волна зомби. Смотри, 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 как чешет, чешет. Во-во-во, ускорились. Так, что нам пишут? Что босс созрел. Давай посмотрим, что это. Опять девчуля-медик. Ладно, валим ее. Как раз у нас пока с тобой разрывные. Мы сейчас ей быстро тут навтыкаем. Давай, 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 родные мои. Саймон, ты там стрелять собираешься или нет? Ну. Все. В хлам, башка аж на нашу территорию прилетела. От этой зомбарихи. Что у нас тут? Дух соревнования. Победите 5 боссов, да? Там было написано. Угу, 5 боссов. Так, у нас с тобой 150 гемов. Это радует. Я не понимаю, зачем вот это вот постоянно мне показывать? Я что, не знаю, что здесь творится? Все я знаю, ребят, ну. Сколько чего тут взято? Как будто не я получаю, да, награды. А кто-то другой. Нет, лучше бы вы как-то, я не знаю, ускорились бы в плане добычи денег бы мне. Вот это было бы действительно польза. А то, что вы здесь постоянно бежите, это для меня, ну, вообще не приоритет, так скажем. Кучу денег бы вы мне приносили. Вот это было бы позабавнее, да? Я вот просто смотрю вот это. А куда у меня там остальные все бойцы будут влазить? Стоять друг на друге или как? Как минимум еще 3 бойца должно у нас здесь на 3 этажах разместиться. Потом будет самый последний, 4 этаж. Это будет вообще жуткий этаж, потому что там такие ценники, серьезно скажу, что я даже не знаю. Так, давай-ка, наверное, увеличим с тобой деньги и вызовем босса. Так, босс, выходи. Опять ты. Опять ты, повторяющийся босс. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, ребят, тут надо быстренько нажимать на кнопочку, потому что... Ого-го. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. У меня же палец болит. Блин, а следующий-то как? Может, ребят, пройти? Может пройти. Блин, это же невыгодно. Будет плохо, если следующий босс нас просто порвет. Но 76-й день, как-никак. Дожили. Давай валить. Так, я хотел, знаешь, что посмотреть? У нас что-нибудь есть в дневнике? Так, это поддержка. Это поддержка, это все понятно. Эти все еще в пути. Вот тут вот, в журнальчике. Будьте добры, покажите мне, пожалуйста, весь список с последней странички. Это не то. Это мы читали, это было. Бензозаправка, это все видели. Метро, остановка и все. То есть, получается, что мы с тобой откроем следующие записи. Только в том случае, если... Блин, сейчас не показать. Если откроем запретные зоны, получается только в этом случае, ребята. А чтобы запретные зоны открыть, нам нужны с тобой осколки. Ну, не осколки, а кусочки карт. Кстати, они очень тяжело появляются, добываются. Серьезно тебе говорю. Кстати, есть, ребята, у нас здесь с тобой очень офигенная возможность накопить 10 миллиардов и, соответственно, приобрести нового персонажа, которого звать, как там, Томми? Билли? Вилли? Как тебя величать-то? Томми. Томми у меня точно нету.
Ведь нет уже? Нету. Поэтому мы его с тобой обязательно должны получить. Так, следующий босс созревает. Вызываем, друзья мои. Опять ты, да что ж ты будешь делать-то? Давай, 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 давай. Господи, что такое? Где твои разрывные, парень? Вот они пошли. Расколбас полнейший. Сколько там? 76-й день. Ну, ушатали, ребят. Ушатали мы ее. Эту зомбариху. Фью. Так, получаем с тобой награды. И приобретаем, ребята, нового персонажа к нашей команде. Томми. Вот так его величать. Где он тут? Хочу с удовольствием на него глянуть. Вот он. Купить. И где он стоит? Вот он, ребята. С двумя вот такими вот автоматами. Отлично. Причем очень быстро стреляет. Скорострельность у него приличная. В отличие от Саймона, да? Ну да. Смотри, мы их даже на самом начале валим. Они вообще ничего не могут сделать. Вот это я называю круто. Просто даже не могут до электрошока дойти. Ну, если, конечно, будет волна с суперскоростью, тогда, скорее всего, да, у них есть возможность прорваться здесь. Но, опять же, я могу поставить мину, опять же, могу поставить сигналочку, да, светошумовую гранату. И все, и у них шанса не будет. И уже 1 миллиард уже накопили. Довольно быстро пошел приток. Ну как довольно быстро? Прилично пошел приток денег. Будем с тобой сейчас вызывать босса. Будем вызывать босса и переходить на 78-й день. А вот и он. Добро пожаловать. Опять ты. Опять ты, лохмадей. Ладно, вжарю он, друзья мои. Смотри, как у него заруят. Как только наши все ребятульки делают по нему по выстрелу, да? У него прямо на глазах тает здоровье. И это классно. Есть шанс, конечно, дожить нам. Да мы обязаны с тобой выжить. Опа, и все, в хлам мы его разорвали. Четко, четко. Ну что же, переходим. Остается всего лишь нам с тобой два денька потусоваться. И все будет тип-топ. Ну. Так, я не буду сейчас ничего делать. Хочу опять же посмотреть, будут мои бойцы справляться сами. По-моему, будут. Еще как будут. И хотел я, знаешь, еще бабку эту позвать. Кстати, тут же можно получать гемы за просмотр рекламы. Я этим не занимался, честно говоря. А, вот так вот, ребята. А надо бы этим заниматься. Ну что, бабулька, иди. Ищи. Ищи нам деньги. Каким образом она находит деньги? Я не понимаю, вот эта бабка Лиза. Ходит среди толпы зомбарей, извалявшись в каком-нибудь трупе, чтобы воняло и ее не могли распознать. Или как? Как она ищет эти деньги? Или стоит на этой, на пристани с протянутой рукой и говорит: подайте, пожалуйста, да. И зомби бежит и подает ей монетку. У меня просто других нету идей, как это может быть вообще. Слушай, тут слишком много зомбарих. Вот этих вот медиков, зомби-медиков идет. Ты заметил, да? Прям очень много, прям наплывом таким. Ага, вот и зомби. Так, ого, ты видишь? Еще происходит, ребята, вот здесь они уже могут прорваться. Да, делаем определенные выводы. Что ускоряшка им дает некое преимущество. Да. Хм. Зато идет прилив денег офигенный. Так, ну что, вызываем зомби. Сейчас я хочу, ребята, чтобы у меня откатились хоть какие-нибудь скиллы. И машина, машиной даванем. Активируем скилл. Хотя тут можно вот так вот сделать. В принципе-то. Но я хочу все равно под бафом делать. Босс пойдет, чтобы, как говорится, не волноваться уже. Чтобы босс, как говорится, здесь вот где-то на начальном этапе отдуплился. Так, ну что там еще? 50 секунд, здесь минута. Ладно, подождем, потерпим. Все равно, ребят, вот именно когда бегут, они могут прорвать защиту. Слишком
быстро они пробиваются, ну, продвигаются, да, к моей базе. Это не есть гуд. Так, ладно, что нам там? 28 секунд подождать надо еще. Мне бы, конечно, моего бы главного персонажа прокачать, потому что много чего от него зависит. Вот эти вот выстрелы, которые я делаю, да, они должны просто с одного залпа сносить зомбарей. А он, так как у нас силы вообще там мало, никакого эффекта от этого нету. Как будто в воздух стреляю, видишь? О, никакого вообще эффекта. Потому что я все деньги трачу не на прокачку своих персонажей, а на открытие персонажей. Может быть и зря, хотя... Почему зря? Без новых персонажей тоже тут далеко не уйдешь, согласись. Ну что, ребята, сейчас будем с вами выпускать зомби босса. Поехал. Раз, два, три. И бафы. Вжариваем. Вжариваем ей. Давай, 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 родные мои, поднапряглись. Нет, она не пройдет. Какой тут ей пройти? Единственное, что вот надо вот так вот сделать. Окей. Порвали. Ну что, переходим с тобой на следующий день. 79-й. Фух, еще одного босса одолеваем. И все, ребята. И будем заканчивать. Следующая серия уже будет выживание до 90-го денечка. Где будет, наверное, подгорать у нас. Ну и, соответственно, сколько там дней, может, недель надо будет фармить для того, чтобы хотя бы открыть одного персонажа. Это нужно сколько? 90... Почти 100 миллиардов, ребята. У меня было 90 с лишним, да, миллиардов. И фармил я это, ну, конечно, не каждый день, но... Часов 6-7, наверное, плотненького такого зависания. То 100 миллиардов... Блин, ну, тоже где-то столько же. Но хотелось бы еще, конечно же, сразу взять обоих, да, и Ваньку, и Дориса. Это нужно 200-100... 300 миллиардов. 300 миллиардов. Я молчу, что там нужно дальше. Там четвертый этаж будет открываться. А ты видел, сколько этаж стоит? Четвертый. Смотри. Вот. Я не знаю, что это. Что это за цифра? Когда она открывается? При каком счете? Просто жесть. Ну что, друзья мои, вот и боссик, в принципе, созрел. Мы можем сейчас его вызвать. Мы можем с тобой его вызвать, разбомбить. Блин, что-то тут как-то плотненько идут зомби. Или подождать все-таки, пока у нас откатится тачка. Пока у нас с тобой откатятся скиллы. И после этого уже вмазывать. Какие твои идеи будут? Вызываем? Давай вызываем, фиг с ним. Говорил. О-о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 -
Друзья мои, это жирная тварь, она очень жирная. Ты понимаешь, я вообще не наношу урон никакой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Дай вот эти вот патроны мне. Какое там, давай быстрее. Он сломается мне или нет? Сломает он забор? Он возле него, ребята, тусуется. Что он там делает? Что он там сделал? Что там испытание... Какое испытание? В плане испытание провалено. Фу. Короче, я босса не смог завалить. Давай, короче, сделаем с тобой так. Сейчас... Сейчас мы с тобой подождем откаты скиллов. Вот этих вот машины. И уже после этого пойдем на бой. Нифига же, рабас какой. Вот это он, да, вот это он жарил. Блин, я, честно говоря, даже не ожидал, что он вот так вот сделает. Серьезно тебе говорю. Просто идет и пофиг ему на все. Ломает все на своем пути. Трындец. Просто забор взял, мне снес кедрени фени и все. Как будто так и надо. Так, тут 44 секунды нам подождать нужно. А тут полторы минутки.
Полторы минутки. Так, а что у нас тут? Что это такое у нас? Стрелять автоматически. Пускай стреляет автоматически. Он намного быстрее справляется будет, чем я тут буду кликать. Наяривает. А у него ярость хоть растет от этого или нет? Или он так и будет обычным? Боец вернулся из экспедиции. О, окей. Сразу же отправляем. Тихо, подожди, ты будь здесь. Все, все в походе. Так, ребят, 40 секунд ждем. И вызываем босса. Ускоряет скорость игры в 2 раза. Окей. Так, вон они все на светошумовую отвлекаются. Сейчас, ребята, будем бомбить просто под скиллами. Какого лешего вы... Эй-эй-эй-эй-эй, просто прибивает, ребят, смотри. Трэш. Ну чё, вызываем, ребят. Вызываем босса. Так, погоди, хотя ладно, поехали. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, успеем, нет, как думаешь? А чё так вшивенько-то? Не надо ломать мне забор, гаденыш. А он его почти сломал, ребята. Поднажмите хоть капельку-то. Да какой там... Чё там валет ранен? Я не понял, я не прошел опять? Блин, этот еще ранен. Короче, ребята, давайте прокачивать силу. Иначе у нас не получится здесь. Или силу, или баррикады. Что лучше здесь нам сделать? Что нам лучше прокачать с тобой? Выживших. Моего главного персонажа, может быть, прокачать. Сколько он там затребует. Так. Трындец, что происходит? Ты посмотри. Атака 1,5 миллиона у нас. То есть ты хочешь сказать, что мы круче всех сейчас бомбим? А нет, тут вот 2 миллиона есть, 3 миллиона. Ну, мы с такой атакой очень далеко можем прорваться, согласись. Так и будет, друзья мои, так и будет, поверьте мне. Я ему еще сейчас прокачаю чуть-чуть. Сейчас я ему еще прокачаю, только... Сколько там требуется для прокачки? Что-то у нас тут все моргает. Но получал тут всего. Записи о выживании. Соберите 45 страниц журнала выжившего. Вот даже как, да? Ну, босс, конечно, да. Показывает таймер босса. Сколько ты требуешь? 2,76. Следующий... Нет, это не то. Так, 2,8 уже могу прокачать, да? Слушай, ну... В этом есть смысл. Есть также смысл... Блин, не то сделал. Смысл купить вот этот автомат. Где он? Погоди, а где автомат? Стоп. Бабка есть... А автомата чё? А, вот он, ё-моё. Он же? Да, он, ребят. 900 патриков у нас с тобой есть. Офигеть. Битва за 80-й день. Кто бы мог подумать. Ну чё? А, еще не все откатилось у нас, да? Тут еще 1,5 минуты. И, наверное, я буду вот этими, ребята, патронами бомбить. Переключусь и пускай он вжаривает, да, по полной программе. Ну, для этого придется немножко подождать. Еще немножко. Так, давай-ка глянем. 2 миллиарда, 2,5 миллиарда, чтобы еще на 263
повысить атаку. Что значит вернуть в бой? А, вернуть в... Конечно. Конечно, вернуть в бой. Стоит он там, прохлаждается. У меня тут, видите ли, каждый боец. Кстати, вот этих бойцов-то надо было тоже вернуть. Ай, для босса, да, ребята? Когда босс пойдет, чтобы они все здесь были на месте. Угу. Так, ладно, сколько у нас тут с тобой? Тут 29 секунд. Тут минута 12. Минута 12. Давай выпустим сюда гранату, эту светошумовую, пускай она их отвлекает. Тот. Мы можем Тода прокачать, кстати, с тобой. Урон, конечно, детский. У кого меньше миллиона, да? Мне кажется, лучше даже не качать. Вот Тимми. Сколько у него стоит прокачка? 21 миллиард. Прибавка идет полтора... Ой, миллион 130 тысяч. Такая довольно неплохая, да? Ну, сколько обходится у него прокачка, сколько обходится у меня, извини меня. Да, и атака у меня будет посерьезнее, потому что я кликаю практически каждую секунду. Ну что, друзья мои, увеличиваем здесь еще немножко. И здесь, и пора вызывать босса. Все в откатах. Все как и должно быть. Так. Включаем Патрики. Так, 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 так. И босса. Босса вызываем. Я лучше нафиг сам буду бомбить. Ну... Мне уже палец сейчас скоро вылезет. Мышку продавлю. Давай, 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 давай. Ну, давай, родные мои, вжариваем этому жировасу. Есть! Фу. Твою ж налево, ребята. Вот такой вот синий босс-ублюдок был. 80-й день. Мы все-таки дошли с тобой до этого денечка. И это прекрасно. И это прекрасно. Так, что у нас тут за задание? Победите 5 боссов-зомби. Достигните 80-го дня. Все это мы с тобой сделали. Да, это серьезно было. Ну что, дорогие друзья, на этой ноточке я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!